бедные друзья, сейчас будет больно. Андокаемся. Бедный Дестер, гопнули его, он даже ничего не успел. Вы уничтожили 2 Т-3 дестройера. Крейсер прямо здесь. Берем. Ловите, словил. Ловите, атакуйте крейсер, друзья. Выпускайте дронов. Атакуйте. Уничтожайте крейсер, пожалуйста. Готов? Готов. Да, варпаем куда-нибудь на солнце. Ой, провал какой. Жестко. Ну, сейчас кого-нибудь еще заберут. Инквизитор Вокс Дея. Да, Вокс Дей, короче, тоже погибает. Вы где? Гекату орбитить надо не менее чем в 10 километрах. Ну, то есть она максимум на 7 километров стреляет. Геката поинт. Геката готова. Молодцы. Вот он. Что-то на борту. Парапира. Парапира. Откачивать с конфессора. А нет, тогда выдавай. Ну, я готов. На месте не стоим, катаемся. А где сосу? Так, на рапиру быстренько подкопили. Держу. Чё там с рапира, давите, нет? Тов продавили только. По чуть-чуть совсем. Так, всё, отварпованы солнцем. На солнце всё отварпывает. Пришёл Мурмидон, не вывезем. А, это капсула. Лови Вольфа, который Ксен Кира. 6 километров. Не догоняй, уходят. Так, так, так. Не торопись. В прицел я уже не могу взять его. 60 не километров. Не торопись. Так, вернитесь, парни. Они хотят, короче, нам дать. Нет. Пошел. Я возвращаюсь. Давайте вернемся обратно к Гейту. Он сейчас повернется. Вот сейчас пробуйте его ловить. Все стягиваемся. Есть конь! На ком? На бомбе, который возле ворот. Давайте, все, уничтожайте, пожалуйста. Вольфа бьем. Пол армора уже. Все. Уничтожайте. Блин, друзья, да у нас страшный флот. Нас от нас все сейчас сарахаться будут. Это проблема, конечно, Дарвина. Надо с частями заходить. Парни, вы чувствуете мощь? Ну нормально, Хекату-то с конфессором, друзья. Вы же знаете, какие, да? Стоимости. Что они стоят, как весь наш флот, умноженный на 8. Надо в этот, друзья, в Night Raid Team, но это ж успех.